это вот. Ну да, у тебя получше видно. Хорошо. Ну, видишь, черепаха спряталась, Вика. Да. Иди потрогай ее. Можно ее взять на ручки? Возьми. Смотри, обкакает. Здесь так много цветов. Пиши сюда, Фишка. Вон она, вон она. Вот она под тобой, вот она, вот она, вот она. Я хочу ее поймать. Пап, как ты ее поймать? Где она есть? А вот она. Она кусается, смотри. А мне? На. Аккуратно. Мне еще давай запалки таких. Только чуть-чуть побольше. Ты ее вот так на руку посади. Зачем? Отпускай. Только за хвостик ее не бери, а то она хвостик отпустит. Все, пусть бежит, отпускай. Пусть бежит, Вика. Где она? А зачем она тебе нужна? Вот она. Нужна. Понюхай. Как ароматно пахнет. Да? Да. Вика, ну ты отпускай ее, дочь. Мы ее с собой не будем брать. Мы еще найдем. Здесь их много. Отпускай. Можно ее взять? И где другие ящики? Нет, она найдет других себе. Отпускай вот рядом с цветочком. Пусть она бежит. Отпускай. Все, вот видишь, она уже привыкла к тебе. Пускай бежит. Смотри, бежит, как убегает. Эй, кто же может укусить-то? Не давай. Больше вот это нравится. А где еще? Ну там ниже еще есть. Пошлите еще вниз. Смотри, побежала как. Двухногая типа. Девочка. Вот это похоже на мальчик. Нет, это девочка. Это в грязи все. А вот это? А это все девочки. Посети еще мальчика. Сегодня. Чего ты грибок принесла? Кругом одни машины. Подожди, Вика, не рви. Дочь, я снять хочу, не рви, подожди. Вот так вот. Даже на квадроциклах ездить собирают. А вот такие вот полянки у нас в этом году попадаются. И вот они. Нагинаешься и не разгинаешься. Просто идешь и собираешь. Так как дочь самые крупные выбирает, вот такие вот у нас подарки в этом году.
что, в глаз попало? Ну, я тебе говорю, сюда встань. Там же ветер. Ребенок лопает. Вкусно? Угу. Классно на свежем воздухе? Угу. Да? Чаек есть. Будешь чаек? Угу. Миша тоже жует. Как хомяк. Сары нас сегодня вообще порадовал. Мишка чаек пьет. И Вика лопает, сидит. Да. Кушай. А за Викой он уже полный рюкзак. Пакет? Нет, не пакет. Рюкзак с грибами. Потом домой приедем, взвешиваем это все, да, дочь? Да. На весах. На весах взвешаем. Посмотрим, сколько.